И всем привет, с вами Растин, это ли Minecraft Divine RPG, со мной сегодня Саня, и мы начинаем. В предыдущей серии мы сделали... Да что я вообще сделал? Палочку на 50 виз и крутые отчёчки. Ну, еще вот эти три стола. Сегодня мы же займемся совсем другим. Ладно. Так, ладно, чем же мы сегодня займемся? По квестам нам надо вообще сделать стол расщепления. Для этого нам надо будет заполнить палочку, а Саня тем временем сбегает нам за ресурсами. Хотя у нас их и так полно. Поэтому он просто будет добывать нам лучестики и все. Тем временем я уже зарядил наши две палочки на все аспекты. Тем временем я трачу 5 сундучков, которые Саня добыл своим непосильным трудом. Он очень старался, и посмотрим, чем его старания оправдались. Смотрим. Первый сундук. Плохо. Второй сундук. Ой, я правда второй сундук открыл. Кто? Саня, это ты. Третий сундук. Так себе. Четвертый сундук. В принципе, нормально. Пятый сундук. Тоже более-менее, но все-таки одна фигня выпала. Могу себе седло дать и там мотыгу. Не алмазное, но тоже сойдет. Тем временем Саша сделал вот такой предмет. Он обычно запрещен, но... Пока не запрещен, надо пользоваться. Так, что тут у нас за крафты есть? Можно флаг сделать, это первой необходимости. И ящики можно сделать, стул. Короче, займись беседкой. Для крафта стола расщепления мне понадобится фильтр, который у меня есть. Там... Нет, фильтра у меня нет. Таумометр, который я могу скрафтить дополнительно. Там топор, для этого мне понадобится изучение. Где оно тут? Так, смотрим. Где это изучение? Вот, изобретение. Оно вроде бы не открыто, да? Нет, стоять. Крафт я... Вот. Магическая металлургия надо будет сейчас изучить. И вроде бы пока... Не-не-не, точно. В алхимии вот сюда продвинуться, и тем временем мы уже сможем скрафтить нашу специальную штучку под названием фильтр. Видите, крафт я не могу вам показать. Тем временем Саня уже скрафтил свой пистолетик, похож на его... Нет, у него меньше, ладно. Этот пистолет он будет использовать в данже, когда мы туда пойдем. Сетхом 2 я туда поставил, он не облутанный, и мы туда пойдем. Думаю, нам будет очень жарко. Первое изучение есть. Второе изучение есть. Тем временем Саша скрафтил стул. Третье изучение есть. Нет, сиди здесь. Четвертое изучение есть. Пятое изучение есть. Тем временем Саня начинает очистку территории для нашего домика и чего-то еще. Ну, он еще сделал себе туалет, в котором будет ходить, когда ему будет не втерпешь. Гениально, он запер меня в туалете. Шестое изучение есть. Ну, короче, Саня, до этого ему дали на 30 минут. За что? Наконец-то прошло некоторое время, и я смогу скрафтить лепестковый алтарь. Крафтится довольно легко. У меня есть то изучение, которое поможет мне все это сделать. Понадобится лишь камень и любой кристалл. Саня тем временем решил общаться табличками животных. Это я типа что ли? Тем временем я направляюсь за Саней. Он что-то мне хочет показать. Когда зарплата? Ты работаешь лишь ради чести. Эссенция для лепестового алтаря вообще не понадобится. Мы его забираем. Выполняем наш квест и ставим пока... Да в любое место, хотя бы сюда. Тем временем я скрафтил уже две чистые маргаритки. И забираем наши лучесты. Ставим дуб для переделывания. Тем временем Саня уже сделал беседку. Наверное, почти беседка. Но тут хотя бы можно посидеть и посидеть. Дуб переделался. Тем временем я посмотрел крафт вот этого камня жизни. Оказалось, что надо было заместить его магическим камнем. То есть настолько все так извратили. Ну а потом у нас получится жизни камень. Тем временем я еще сделал себе мистический посох и забрал
распределитель маны. Ну, еще и жизни дерева Overseed. Без этого никак, это вообще драгоценность какая. Это можно, если все правильно работает, это вообще капец. Так, знаете, что тут написано? Тут идет очень важная стройка. Идет стройка, подойдешь, кое-что получишь. Принеси ресов. Если есть. Но, к сожалению, мы все бомжи. Кстати, ты окно не забудь большое поставить, чтобы можно было смотреть. А тем временем наш жизни камень переделался. Я нас поздравляю с первой нашей маной. А тем временем я уже скрафтил 3 вида цветочков, и мы можем, по идее, а вот квест выполнен, забрать наши 2 оверсида. Ну, это такая вещь, которая капец какая дорогая, если ты не заберешь, то ты, честно говоря, лоб. Вы поняли. Дальше уже Black Lotus или один Overseed. Ну понятно, что я возьму Overseed, потому что он полезнее всего. Нам понадобится 2 слитка моносталия, 2 жемчуга маны, 2 мана маза и 8 мана паудер. Песок маны. На этом я буду уже постепенно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Райстон, с вами был Санек. Саня помашал ручкой. Помахал головой. Ждите следующей части, она выйдет очень быстро. Всем спасибо и всем пока.